случае они не очевидны, как квалифицировать. Но больше, конечно, похоже на то, что просто опасаются возможных беспорядков. Не то, что даже именно заигрывают, а опасаются беспорядков. Хотя я-то думаю, что опасаются совершенно зря, потому что и тогда по свежим следам никаких беспорядков не вышло. А там были организованы некие акции протеста, но они были очень малочисленные и совершенно не тянули на какую-то серьезную угрозу. И сейчас тем более ожидать нечего.